По наступлению долгожданных каникул дети города Каспийска уже начали проходить бесплатные курсы для школьников по изучению основ религии, намаза и чтению Корана в джума-мечети имени Саида Афанди муниципалитета. Мы уже с 3 июня начали летние курсы. Пришли девочки, мальчики старше 7 лет и школьного возраста. Примерно в этой мечети, если посчитать, мальчиков и девочек. Девочки обучаются там сзади мечети мадраса. В общем, если посчитать, здесь на территории около 1000 детей. А если в общем городе посчитать, около 2000 детей. Дети здесь занимаются ежедневно с 9 до 11 утра. Их разделяют по подгруппам в соответствии с их знаниями. И каждый из них прикрепляется учитель, который обучает их важным основам вероисповедания. У нас воспитательного характера тоже бывает урок. У нас так уроки делятся. В общем, преподаватель, он, можно сказать, все охватывает. Для него главное – это намаз. Намаз и основа религии. Дальше он уже в общем про религию будет рассказывать. Есть, конечно, группы, где именно история пророков, есть у нас определенные книги, где они будут обучаться. Детей здесь не только обучают, но и ежедневно кормят легким завтраком, булочками с горячим какао или классическим сливочным мороженым. После небольшой трапезы дети снова возвращаются к своим учебным местам. Некоторые из ребят поделились с нашей съемочной группой своими впечатлениями и успехами за небольшой срок. Я научился делать намаз, выучил арабские буквы. Здесь учат арабский язык, читать Коран. Я узнал, как читать правильно альхам, кулгу, ясин, аль-курси. Мне нравится, что учат хорошему, что у меня просто нету слов. Ребята обещают, что по завершению курса они будут продолжать учебу дома и совершенствовать свои знания и нравы.